Всем привет! Пока Тюна задыхается от неожиданного старта, я с вами здоровуюсь. Меня зовут МДЖ Рамон, это Чумовая Пятница, это долгожданное открытие кейса в Counter-Strike GO, друзья. Сегодня мы узнаем, выпадет ли кому-то нож, вот, и сможем ли мы кого-нибудь им зарезать. Со мной и на связи, с веб-камерами. А посмотрите на этого диджея просто внизу, вот эти новые веб-камеры отсюда, друзья. Тюна Мав, привет всем. Какое твое сценическое имя новое было бы? И будь ты ведущим на радио или диджеем в прямом эфире там. А типа... чем тебе Тюна нравится? Не, ну это как имя собственное уже, понимаешь? Для новой деятельности нужно новое имя. Какое бы имя ты выбрала себе? Диджей ушки на макушке. Это что, 90-е? Ты вообще... Помнишь такого диджея, старика? Как он назывался? Как он себя называл? В общем, это вот, по-моему, Рич Маквуд он себя называл. И Рич Маквуд также еще с нами на связи. Привет. Время для сатисфакции. Да. И почему ребята так радуются? Почему некоторые из вас могут этому радоваться выпуску? А потому что обычно в Deal or No Deal у нас идет игра на желание. И сегодняшний выпуск не исключение. Сегодня у нас желание следующее. Кто первый хочет сказать? Давай он. Посмотрите, как классно выглядит Тюна. У нее есть отличная камера. Она настоящий музыкант. Пусть она снимет клип на любую песню, которая... Но только хорошо снимет. А петь ей нужно? Обязательно. Ты можешь липсинг сделать. Бюджет кто выделять будет на клип? Да, кстати, гони деньги на бюджет. Есть камера? На камеру уже было выделено. Тебе должно хватить. Итак. Рич, ты такой прелестный. У тебя такая прекрасная бородка и просто обворожительная прическа. Это все надо будет сбрить. Лысый, как попка младенца вообще. Да, только бровки домиком оставишь. Ты жестокая. В ушах волосы можешь оставить тоже. Что ты со мной делаешь? Почему это всегда так? Да. Легко. Рич, а ты хоть раз выиграл в этой игре? Нет. Статистически мои шансы растут с каждым разом. 2 из 2, Рич еще, да. Может быть, бог любит троицу. Друзья, в общем, правила простые. 3 раза играли. Да, вы с... какой-то женщиной еще играли. С какой-то женщиной, с Мариной Бонзаец. Марина, поняла, ты какая-то женщина. Вот сейчас она тебе объяснит вообще, расскажет все. Кажется, у нас биф новый начинается между Мариной и Тюной. Я бы на это посмотрел. Кэтфайт. Каждый открытый кейс — это сгоревшая сумма от 1 цента до $1 000 000. И в самом конце последние кейсы, которые открываются, это та сумма, которую и получит игрок. Но после каждого кейса звонит банкир и предлагает, говорит, а давай ты заберешь вот прямо сейчас вот такую сумму и больше не будешь открывать кейсы. Иди домой. Выигрывает тот, у кого на руках в конце останется самая большая сумма. Я первый. Ну давай. Хотя бы в выборе. Ну давай. 13. 400 долларов. Неплохо. Сгоревшие. Но вот тут банкир, я думаю, можно сразу пропускать любые предложения в самом начале, да? Вряд ли Я не хочу снимать. 5-го ящика вот можно пропускать. Да, я думаю, вряд ли ты согласишься на $5000. Что, деньги, что ли? Если меня ждет такое зрелище. Так, Тюна. Тюна. 17. 17. Бьешь прямо в центр, да, и сгорает сумма. Нормально. В $500 000. Ты же оставляешь-то. Дальше скорее. Кому нужны твои 9000? Рич, мы ждем от тебя, миллион, да. Слушай, давай в центр бьем. Десяточка. Смотри, правда, десяточка. 100 000.
Слушай, у нас там что-нибудь под конец останется? На удил, я так подозреваю, 14 тысяч долларов тебе предлагаю. Машину можно купить на эти деньги. Да, неплохой. Да, можно и за 500 купить. Нет, нет, мне не нужна машина. За 500 тысяч? И за миллион долларов тоже можно машину купить. Мне нужен танк. Ну да, там на заказ сделанную даже. 14. Миллион, миллион. 5 баксов. 5 предлагает 4 бакса. 18 тысяч долларов тебе предлагают. Нет? Нет. Ну ладно. No deal. Рич. Аж горло пересохло. Давай 22. 75 долларов. Друг мой. Хорошо, плохо, хорошо, плохо, они нам не нужны. И эти деньги мне тоже не нужны. Меня ждет миллион. Зажрался. Три? Ты сразу? Три, да? Да, с плеча так. Мишель, покажите нам 500 долларов. Спасибо большое. Мишель, больше не улыбайтесь, пожалуйста, никогда в жизни своей. Это было отвратительно. Мы вам за это 500 долларов дадим. Да, просто уходи. Все, она ушла, кстати. Уволена, между прочим. А ты выбираешь так, кого увольнять, да? Ты оставишь лишь двоих. Кто будет не уволен? 19. Кристина, ну, Кристина, посмотрите на эту улыбку, что это такое? 50 долларов сгорело. Собирай свои 50 баксов. Какой-то просто стадо гиен. 38 тысяч долларов, между прочим. Уже лучше. Нет? Уже лучше, но отвратительно достаточно. Не-не-не. Вообще, кто будет соглашаться на какую-то из сумм предложенных, когда видно, что... Суммы только растут, да? Ну, типа... Да, я что, дурак, по-вашему? Цифра, пожалуйста... Больше. 20, я сказала. И сгорает 200 тысяч долларов. А ну, теперь меньше предложит? Да, больше предложил. 44. Ух ты, разошелся как. Да. Или меньше, я не помню. Меньше. Нет, 38 было прошло. Да? Ты соглашаешься? Нет! Давай, соглашайся! Нет! Вообще, это только что Тюна не соглашалась. Да, я тоже, у меня вот такое ощущение было. Кто ходит? Я хожу? Ну, плеер один, ты у нас плеер один, ну, да, ты давай, ходишь. 8. Мы уже запутались, по-моему. Да, уже, кстати. 750 тысяч долларов! Да, я думаю, теперь вряд ли предложат больше 44. 38, да, вернулись на позицию назад. Мы это уже проходили. Тебе уже это предлагали. А вот тут уже тенденция пошла на спад. Акции падают, давай по короткой, по короткой иди. Еще 300 тысяч можно выиграть, так что... Ты по длинной хочешь идти? Конечно, по длинной. 300 легко возьму. Тюна? Тюна? Я решаю. Математически тут не надо складывать, делить, да, вот не надо. 21. Не надо там ничего решать. Миллион. 75 тысяч. Опять 44 тысячи предложат. 42. Хочу тебе больше. Я хочу больше. А я хочу больше от жизни, сказала она, играя в компьютерные игры. 25 тысяча долларов я бы взял. Ты чё так кричишь? Правый столбик мой. 50 тысяч. О, это уже... Над этим уже можно подумать. О, да. Там что, там только три цифры выше, да? Ну, 300 тысяч. 300, 400. И миллион. Ты возьмешь? Нет. Нет, я продолжу играть. А, я услышал. Я возьму потом больше. Я услышал, я нет, больше, я возьму. Да. Да, я возьму потом больше. Ладно. А, 6. 300 тысяч. Да что ж такое? Да. Бьешь по самым больным местам сейчас, Тюна. 48 предлагает.
Нет, 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 там еще 300 тысяч миллионов. Как бы 48 тысяч больше всего трех позиций. Ой, меньше, извините, всего трех позиций. А больше, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцати. Больше 11? Я на следующем мазе, возможно, возможно. Ладно, а тебе не предложат. В следующий раз предложат там 3000, и все, и до свидания. Ну если он, конечно, миллион не выбьет, конечно. 11. 11. Миллион давай. 100. Ну ты смотри. 55 тысяч. Подумай над этим. 55 больше всего, меньше вернее, всего двух позиций. Двух. Все. Нет, я буду рисковать. Окей. То есть ты берешь, да? Нет, нет, я не беру. Тут, я выиграю. Ты понимаешь, и первый, и второй варианты это риск. Подходит под все. Кто там ходил? Плеер 2, да, я надеюсь? 18. 10 тысяч долларов? Это хорошо, что не миллион, а не 300 тысяч. Да, 65 тысяч теперь предлагают. Зная тенденцию и видя, как Рич любит сжигать крупные суммы. Это я сегодня. Да, он тоже сегодня немало крупных сумм сжег. Ну да, 750 тысяч. Что думаешь? 65 тысяч. Третья позиция. Взять ли деньги, чтобы там Рич мучился? Не знаю. 65 тысяч. Ты можешь съездить куда-нибудь, отдохнуть, вернуться. Я рискну и не возьму. Окей. Это очень опасно. Интересно, что ты хочешь получить от этой жизни? 9. Миллион, да? Да, конечно, да. Миллион. Доллар! О, смотри-ка. А если бы я взяла, то я бы точно проиграла. Так что мне да, нет, все бы точно проиграла. 75. 75, видишь, ну 10 тысяч. Уже ну все. Да, ну да, да. Не, мы это уже проходили. Не-не-не. Ну да, в принципе, следующий игрок может просто взять другое предложение, если он сжег какую-то мелкую сумму. Да, тогда он выиграет, да. Логично. Какую? 4? Голос отнялся. Цент! Ну, ставки растут уже, 90 тысяч предлагают. Ну, в принципе, 55 от 90 ничем не отличается. Да. Тюна? Потерплю еще, наверное, один раз и все. Потому что уже... Ну да. Накаляется обстановочка, накаляется. 23. 25. Ты чуть-чуть ошибся. Чуть-чуть. 105 тысяч. Да, все то же самое. Нет, нет. 105 тысяч, нет? Нет. Ты так уверен? С чего ты решила? 7. 25 долларов. Мы пока ровненько идем, пока стабильненько. Не дергаемся. Не дергаемся. Не берем. 10, 200, 300, 750, 5... Нет! И он 50-400 миллион. Не берем, не берем, не берем. Еще 125 по дороге есть. Жадность, жадность вас изгубит сегодня, друзья. Да, точно, нас обоих. Рич. 26. Миллион! Кто-то сжег только что миллион! Это означает, что 75 тысяч уже или 105 тысяч уже никому не предложат. Как? 46 внезапно падает. Как ты это сделал? Точно. Нет, что думаешь? Нет, 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 не буду. Нет? Смотри, еще ну целая позиция опять же остается. Ну ладно. Тюна.
пора сжечь... Что там 400 тысяч? 24? Пожалуйста, ты как заказывали. Распишитесь. Ну, теперь те 125. Все, ребята, уже те суммы космические уже никто вам не предложит. 7 тысяч. 7 тысяч предлагают. Не, ну с другой стороны, смотри, там только одна впереди. Да. Я рискну. Последний раз. Все. Ладно. Вы сейчас доиграетесь, по-моему. Да, я хочу выиграть 5 баксов. 16. 5 тысяч сгорело только что. Сейчас мне предложат 1000. А 8 тысяч тебе предлагают? Я напомню, вот, что осталось всего 10, 200, 300, 700, 50 и 50 тысяч. Ну вот если я возьму 8, и Тюна сожжет 50. И Тюна сжигает 10... Ага. И ей за это предлагают 9 тысяч. Она берет и побеждает. Да, поэтому ничего подобного. Но дил. Какие идиотские правила, да, в этой игре все должны таки... увидеть песенку. Давай, может, 50 тысяч сожжем. Давай двойку. 750. Что-то прицел какой-то сбился. Разрыв такой. Что-то прицел сбился, да. 10 тысяч предлагают. Ребята, осталось 4 позиции. 4. Я не знаю. А вдруг он сейчас 50 тысяч выиграет? Ты понимаешь? Он может, да. Ну, в смысле, он... Нет, 50 тысяч он не выиграет. Но, в принципе... В принципе, ему может повезти. Он сожжет 10, 200, 300. Останется 50, и он с этим уйдет, да. Но, опять же, если ты заберешь 10, он сжигает... Забираешь 10 тысяч, он сжигает 10 баксов, ему реально могут предложить там 10 тысяч и 5 долларов. И он выиграет. Ты помогаешь или... Я объясняю, как это работает. Я держу нейтралитет. Нет. Но если он сжигает 50 тысяч, то все. Все. Он проиграл. Взять или не взять, взять или не взять. Фуф. Я аж это раскраснелась, блин, нервничаю. Нельзя мне нервничать, вы понимаете? Что? Принимай решение. Давай. Да какой ну? Да ладно, все, ладно, все. Кто-то хочет снять клип, я понял. Так, Рич. Ой, 5. 200 долларов. Ричу предлагают... 13, да? 14 тысяч. Нет, нет, нет. Я на это не поведусь. Остается 3 позиции. Прошу. Давай 15 сожжем. 10 долларов сжигаешь. Смотри. Ты понимаешь, да, что дальше идет? У Рича 2 сундука будет. 2 кейса. Я беру. В одном из них будет 50, а в другом 300. Если ты сейчас берешь 22 тысячи, у тебя 50 на 50 шанс выиграть. Если ты... Не берешь эти 22 тысячи, у тебя все равно 50 на 50 шанс выиграть. 22 тысячи. Берешь? Я беру, да. Аж охрипло там просто. Ладно, все. О нет, он сейчас... А ему сейчас надо выбрать то, что... Подожди, подожди, плеер 2 теперь ходит. А это был плеер 1. Ребята, вы все перепутали. Когда вы перепутали? Я не знаю. Ну, короче, какая нахрен разница? На самом деле, как бы, какая нафиг разница? То есть я все равно взяла деньги. Поменялись местами. Поменялись до какой-то момент. Тюна взяла деньги, все. В какой-то момент. Чьи деньги она взяла, не ваше дело вообще. Понятно? Не ваши деньги она взяла. Так что успокойтесь. Рич, давай. Давай, решайся, Рич. А ему надо сейчас выбрать...
Ему нужно как раз таки нет выбрать не там, где 50. Ему нужно сжечь $300, чтобы забрать 50. $300 у нас находится в кейсе номер. Я прям даже... Один. Анжела или Людмила? Анжела, да, все-таки? Анжела. 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 Анжела носит там по... Тёда? Тёдочка? Какая-то херь произошла на самом деле сейчас, поменявшись местами. Туда-сюда. Рич. Я выиграла. Да, я предлагаю тебе мужское решение сейчас. Интересно, какое это? Что может быть более мужское, чем камень-ножницы-бумага? Ящерица Спок. Вы просто в самом начале могли сыграть камень-ножницы-бумага и все. И просто выпуск 2 минуты, все понятно, ждите. И все, мы сыграли. Давайте. Кто проигрывает, тот выполняет желание оппонента. Да? Вы меня где-то обманываете, по-моему. Где-то что-то не так. Сами себя накололи. Приготовились? Раз, два, три. Че, утюна, я не вижу. Уйди, ты издеваешься? Ножницы, это же очевидно. Тюна, ты иронично выбросила ножницы, да, сейчас? Это винер. Это означает, что, не, к сожалению, я сам огорчен. Мы не увидим видеоклипа от Тюны, хотя я бы посмотрел на это. Но, Рич, мы требуем документального подтверждения того, что ты будешь делать. Документального? Да. Со всеми подробностями. Мы хотим видеть процесс. Рич у нас побреется наголо. И на лысо. Усы, да, бороду и волосы. Ну, что-то оставьте. И волосы на голове. Что ты оставишь, тебе этого хватит. Ну и в носу, там, в ушах, это тоже хватит. Друзья, никогда не играйте в скрафт-шоу в камень-ножницы-бумага. Вы останетесь... Такой широкий угол. Вы останетесь без волос попросту. Без волос, но в макияже. Да. И накормленными. Третий раз подряд ты проигрываешь в эту игру и продолжаешь нет, все равно играть. Нет, в эту игру я непонятно, проиграл или нет. Это была Тюна Мав, победитель Викториус просто. Пока-пока. Я буду рубать на себе волосы. И Рич Маквуд, который станет... Заранее, да? Да, который станет, мне кажется, Вином Дизелем. Новым Вином Дизелем, Рич. Да. Он будет полный. Меня зовут М. Джерамон, и мы здесь закончили. Пока.